В завершении выпуска прогноз погоды на среду. С ним вас познакомит Алина Мозгова. Если в этот день Луна находится в дымке, то скоро будет затяжное ненастье. А если же, выйдя на улицу, вы увидели много инея, то в ближайшее время ждите оттепели. Так гласят народные приметы, а я вам расскажу о погоде на завтра. 18 ноября в Кирове ожидается пасмурная погода без осадков. Температура воздуха днем минус 8, ночью минус 9 градусов. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба. Удачной вам среды!